Всех приветствую на своем канале. Этот маленький обзор будет посвящен моему платью из вискозы с 8-го каталога Avon. В общем, я сегодня обнаружила, что там есть бретельки под пояс. Я не знаю, будет ли его полностью видно, но если что, я скажу, что платье, когда я встаю в полный рост, оно мне где-то чуть ниже колена, где-то даже на 1/3 ниже колена. Не сказать, что доходит до середины голени, но 1/3 голени точно закрывает. Очень легкая, продуваемая, в нем совершенно не жарко. Я сегодня в нем гуляла в течение 4 часов вместе с подружкой, в основном по солнцепеку. Очень легкое, действительно хорошее платье. Если вы решите его заказывать, то я вам его советую. И, в общем, сейчас я сделала с поясом и постараюсь его показать, хотя бы, по крайней мере, попытаюсь пояс показать, как он это все выглядит. Я его ношу без лифчика, так как у меня, в принципе, чего уж скрывать, нулевой размер груди. Если у кого-то подобная проблема или счастье, уж не знаю, кто как воспринимает сей момент фигуры, то, в принципе, можно под него лифчик совершенно не одевать, и когда жарко будет, когда будет совсем жарко, то не будет жарко. А так, довольно, вполне нормально. Ну, в принципе, там ничего не просвечивает, довольно в этом, с одной стороны, он, конечно, тонкий материал, хороший, но с другой стороны, он довольно плотный, и, в принципе, не видно, что там у вас, лифчик, не лифчик, или его отсутствие, так сказать, отсутствие груди. И, в принципе, он действительно подошел бы и на 44-й. Я думаю, если бы у меня был, допустим, второй или третий размер груди, то вполне бы оно влезло и было бы не настолько свободно, как сейчас. Не то чтобы оно мне сильно свободно, но было бы и не впритык, а нормально. Я думаю, идет размер в размер. В общем, вот. Не знаю, видно, я тут этот бантик сделала. Но я надеюсь, что все-таки было видно бантик и примерно понятно, как оно сидит. Я не знаю, как саму себя заснять видео, но я в следующее воскресенье планирую встречу с Аленкой, Елена Снегирева, канал YouTube в Ярике. И я думаю, у нас будет небольшой влог. И я надеюсь, что если будет хорошая погода, то я буду в этом платье, соответственно, возможно, получится снять его в полный рост на мне. В общем, очень классное платье, и, в принципе, вискоза и 1600, но по скидке представителя оно намного дешевле, но мне обошлось оно исключительно где-то, ну, где-то 1400, наверное, вместе с переводом с банка оплаты и прочего. Тут можно вполне себе заказать, позволить такое счастье сделать себе и на жаркую весну, и на теплое лето. Ну, если вам это было интересно и чем-то полезно, то я очень рада. И до новых встреч, пока!